Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Ингрей. Надеюсь, в вашей душе найдется теплое место для игры Tia Awakening Return of the Gens. В рамках рубрики «Первый взгляд» мы глянем на эту игру. Так, некие персонажи. В принципе, все они выглядят довольно безумно, но вот женщина мне чуть больше нравится. Давайте попробуем сыграть за нее. Если я не ошибаюсь, эта игра чем-то напоминает цивилизацию, но при этом такую цивилизацию survival. Я понимаю. Fear is awakened. Welcome. No time to waste. You are a deity of the high. У нас есть 4 персонажа. Я понимаю, они рандомятся. И также у нас есть некий выбор, что делать за этих персонажей. По-английски, поэтому я не особо буду вдаваться в то, что, то, что нам дают читать. Буду просто знакомиться с игрой. Тут обучение. Оно тоже довольно простенькое в целом. И вот, в общем-то, наша группа персонажей. Наших парней, которые должны выживать. Есть некий город. Есть сундук. Есть какой-то пацан. Так понимаю, это все наш инвентарь. Где-то инвентарь в городе. Так, ну давайте зайдем в город за них. Так, как входить? Вот так. Эквипмент. Вот как раз вот инвентарь. Ага, это люди в городе. А нет, в гости, вот они, люди, в гости. У нас тут вообще, кстати, большая команда. Я могу все мясо перекинуть. Все. Подожди, здесь ребенок, ну, скорее всего, подрастает, поэтому брать с собой его смысла, видимо, нет. Ребенок это буквально в смысле наш персонаж. Так, предлагает зажать Shift. А, понял. То есть тут у нас реально есть еще и городишко небольшое. Двигаться. Присоединиться. Видите, нам, ну видите, серьезно, это очень сильно напоминает цивилизацию. Такую вот выживать за некую группку. В принципе, я думаю, нам нужно двигаться к сундуку. Закончить ход, очевидно, часы. Видите, происходят некие события. Herbalist Hut. Показали. И также еще вот эта башня неизвестная. Так. Можем обыскать локацию. Я так понимаю, да. Да. Ну, тут опасность может быть. Ну, а что нам делать? Мы сюда пришли искать. Ну, давайте заберем это. Так, раз мы еще здесь должны были что-то делать, то давайте опять же обыщем. А, или здесь ты просто сидишь, чертила. Экспа и плюс, не знаю, что, конечно, черные колбы. Ну еще можем здесь что-то. А, здесь враги, что ли? Слушайте, давайте. Ну, давайте подождем. Попробуем с ними встретиться в бою. Понимаю. Да, вот мы типа нашли следы. Три диких борова. Начать бой. Keep and play. Вы серьезно? 24 иконки обучения? Ну, нормально. В игре нет перевода. Поэтому будем просто кустарно пытаться понять, что-то делать. Так, мы, я так понимаю, сыграли одного из наших персонажей, из нашей команды.
Так, смотрите. Бор, блин, а он охренеть какой сильный, ё-моё, она вообще в жизни не вытянет. Ну давайте Конана в варвара сыграем. Слушайте, у него статы тоже намного хуже, ёп твоё. Буду Боровы нас поимеют. А у них еще плюс бафы какие-то идут. Это вообще... А, это еще эффект яд. Так, ну мы расставляем, но у меня, конечно... Fighting Pass. Она бьет Борова, Боров бьет ее, да? Но он ее убьет. Нет, он бьет следующего. Слушай, тогда она хорошо устроилась уже в этой жизни. Если ее никто не бьет, то она само собой выживает. А вот этих... А что теперь, постоянно Active Pass? Ни хрена! Я так понял... Да, все. Суть очереди я, конечно, ни черта не понял. Вот очевидно нам говорит о раненых или даже убитых. Вот оппонента. Боров. А, отравлено. Понял. Куда, кстати, воина нашего дели? Ну, эти две-то должны его, конечно, завалить, хотя... Да, ноль щитов, он, значит, все, умер. Да уж, победка. Я так понимаю, они все получили ранения. Плюс кровотечение, это просто ранено. Как лечиться? Тут что плюс? Кстати, у них нету оружия никакого. А то есть дерево. Не, у него есть меч. Почему у тебя ничего? Ты не можешь всем этим пользоваться. Понял. Че, я на бой взял, так понимаю, скорее всего, это значок хилера некий, да? Слушайте, а статов тут, конечно, хватает. Так, вопрос, а как нам похилиться? Я же думаю, этот трава, herbs, use it don't for medicine. А, будх. Будх for medicine. Ладно, не понимаю, не могу я, походу, здесь ничего использовать. Зачем мне в меню группы я захожу? Окей, раз не могу. Так. Давайте вот сейчас зайдем. Сейчас мы можем похилить кого-то? Ну и что это значит? Она похилится? Ну, вместе со своими предметами переходит. А, это разделение экспедиции. Боже мой, это разделение экспедиции. А как хилиться, мне никто не скажет. Возможно, хилиться нельзя, но это было бы глупо отчасти. Но... А, это... Что в головах у разработчиков? Пошли дальше. Пауки определенно добра нам ждать от них не стоит. Я так понимаю, на нашу деревню напали. Бандиты, что ли? Или что это? На нас напали следы. Следаки. Слушайте, а тут, ну тут все слабенькие остались. Им тут конкретно сейчас покоцают. Я могу всех сыграть. Те, что находится здесь, либо в запасе, либо не понимаю. Хантинг, охота. Сейчас чудно будет начало боя. Этих сыграть я не могу. Все, заканчиваем. Получил. Теперь... Тут капкан какой-то. Этот капкан этого. Ага, ну допустим. Вот сейчас это добивает вот эти следы. Боже мой, мы охотимся за следами. Охренеть.
По-моему, эти ребята употребляют что-то не то. Бандиты неподалеку. Короче, я не понял ни хрена, но что-то наши там сделали. Ну что, ребята? Бой. Бой. Играем первую тебя, ты самая крутая пока что. Конец фазы. Ну, короче, знаете, это получается цивилизация, выживать, плюс супер какая-то простенькая, с виду простенькая карточная игра, само собой. Тут куча статов, тут возможно, конечно... Так, и можем еще тебя заодно сыграть, да? А пауки, как мы видим, так понимаю, тут на некоторых просто не хватило оплатить дизайнеру, видимо, он... Не хотел за бесплатно работать, хотя, конечно, то, что он им скетчи предложил вместо нормальных рисунков, это тоже такой момент. Но, видимо, у них только на скетчи денег и хватало. Само собой, это печально. Ну это, кстати, были все-таки не пауки, а какие-то кюрсинкин. Так, наши ребята хотят есть, я так понимаю. Или есть хотят эти ребята. Вот этого я уже не сильно понимаю. Так, гаттер. Кости, дерево. Да. Человека перекинуть сюда. А, чтобы он работал, соответственно. На работах, да? Показать занятых, свободным остается и сбор. Понимаете, будут работать теперь. Раненые, но я не знаю, что с ними мне сделать. Ну и такие, допустим, мы дали тебе маску. Все остальное уже занято. Инвентарь. Смысла, в котором я не вижу. Но я разделять точно не вижу. Я... Не понимаю ничего в игре, собственно. Ну, кроме основ, скажем так. Ну, знаете, это, скажешь, да, супер простенький проект. Просто ребята решили попробовать что-то, что у них хоть что-то. Получилось, конечно же, для первого раза. Такое себе. Ну, как правило, особенно на Западе, любят разработчиков, таких, знаете, начинающих ноунеймов поддерживать. Так, вроде бы я выбрал походить, но они не походили. Теперь походили. Да, прям очень сильно Цива напоминает. Ну, если, конечно, Цива сравнительно большая игра, то здесь... Здесь игра тоже может быть большая, но она вот так вот, знаете. Может быть большая вот именно в каких-то таких вот рамках создания вот этого своего отряда и так далее. Не понимаю совершенно, что это значит. Типа, собрал кости, собрала еды. И ребят. Разбить лагерь. Угу. Типа, мы тоже тут что-то сейчас во время разбивания лагеря можем искать. Реально прям экспедиция. Ну, интересно, и что они могут найти? Ничего. Давайте третий ход подождем. Ноль-ноль. Этот костей нашел за этот ход. Некая ветка прокачки. Слушайте.
О боже мой, мы можем создать Jurassic Park. О, да, конечно, когда все на другом языке, очень сложно понять. Пацан заработал 1 единичку опыта. Кости, еда. Ну, я так понимаю, это те. Вот эти, они... Ну, ноль пользы. Они вроде ничего не находят, не добывают. И мне так кажется. Да, смотрите. Да, у них, короче, да, это бесполезно. Я только зря их туда засадил. Пять. Не-не-не. А, я уже все, да, вступил в бой. Ну, тут не выживем. А можно мне помощников? Щит союзников. А, мы поменялись, да? Не, минуточку, кстати. Хрень. Хрень полная. Это, конечно, было намного лучше, чем вот этот 9-9. Ладно. Скорее всего, на этом мы и закончим, видимо, на сегодня. Сейчас нам напинают. Ух, они еще и ядовитые. Охренеть, у них статы. Просто охренеть, дорогие друзья. Просто очко сейчас будут рвать. Почему-то этот зато супер слабый. Но он такой же при этом ядовитый зато. Жаль, что за запасника нельзя играть. Или можно? А, она как-то усилила. Окей, значит, вот что еще можно делать. Сейчас будет фаза битвы. Так. Можем этого законфузить. А почему его именно, интересно? Можем этого усилить. А давайте законфузим. Окей. После этого это уходит куда-то в сторону. Слушайте, так игра, конечно, становится намного поинтереснее. Как ты больше понимаешь, у тебя вот я вижу больше теперь шансов, ну, хоть на что-то. Двоих законфузить. От кого? Ну ладно. А. Еще, кстати, ж миллионах, я и забыл про это. Ну все, мы этих использовали, я так понимаю, они одноразовые в бою, типа саппорты. Теперь просто по очереди. Тут основная проблема — это самый первый. Остальные все мелочь-то вроде как. Первый. Ну, кстати, все, первого убили. Отлично. Еще одного минус ноли. Толстопузый. Толстопузик. Ну, кстати, толстопузий тоже должен кого-то же минуснуть. Все, минуснул. То есть получается только вот эта одна сволочь. Или что? Вот уже по новой раскладываться. Окей. Я воина, тебя я конфужу. И все. Пускай сражаетесь вдвоем. Окей, окей, допустим. Да, неприятно. Но мы добыли 4-2 даже еды. Побоя. Так вот. Так вот, дорогие друзья. Ну что ж, давайте на этом закончим. В рамках рубрики «Первый взгляд» мы познакомились с этой игрой. Ну, в принципе, она забавная, если это первая игра от... людей, которые, в общем-то, эту игру сделали, то первого раза, считаю, они, в принципе, ну, что-то интересное все-таки попытались сделать. По итогу, ну, как бы не сказать, чтобы что-то сверхкачественное, но как минимум любопытное. Следуя попытки, я бы их тоже посмотрел бы. На этом, в общем-то, все. Можете поставить там лайк, написать комментарий. Это поможет развитию канала в первую очередь. И помните, что нас ждут еще хорошие игры. Мы обязательно с вами в них сыграем и увидимся. В общем-то, мы в них с вами увидимся. Всем, друзья, пока-пока.